Две собаки породы Шелти убежали после ДТП из машины. Авария произошла утром 18 января на 77-м километре Ярославского шоссе, недалеко от СНТ «Север» и «Мечта». Наш автомобиль полетел кувырком через всю проезжую часть, упал в кювет, перевернулся несколько раз, соответственно, по дороге у нас вылетали стекла, нас засыпало снегом, и, видимо, вот в этот момент вылетели те собаки, которые вылетели, которые потерялись. Одна из собак, не из тех, которые убежали, к сожалению, погибла. Шелти похожа на маленьких Коли. Одна из сбежавших собак – черная с рыжими и белыми пятнами. Другая – серая с черными пятнами. Бегают отдельно друг от друга. Собаки могут быть ранены, находятся в стрессе, к людям не подходят. Хозяева развесили объявление о пропаже по всему округу, прочесывают местность недалеко от места ДТП и выезжают по звонку. Не трогайте объявления, да, пусть они висят, их постоянно обновляют, именно по причине, что их срывают. И если вы увидите, пожалуйста, сфотографируйте и пришлите на телефон WhatsApp. Доступен WhatsApp на обоих телефонах. Спасибо большое. Этим собакам, поскольку они маленькие, они достаточно беззащитные, можем помочь только мы. Сами они себе не помогут. Это не уличные, не бродячие, не стайные никакие. То есть только я, какие-то энтузиасты, огромное количество, и с помощью жителей города.